Ну-ка, пошути, Катя. Как ты сегодня шутила? Хочешь твою шутку всем расскажу? Нет, ну почему? Пожалуйста. Ну классная же шутка, ты же смеялась прям. Watch your backs. Да. Все, давай рассказывай. Все, рассказывай, да? Короче, мы такие лежим. Я такой говорю, что-то от тебя газом пахнет. Газом пахнет, вот как это, как из этого, из зажигалки. Газ, если просто пустой пустить, так же пахнет. Знаешь, что она ответила? Она говорит, это значит, я бомба. Женщина-бомба. А потом был истерический смех, короче. Она не понимала, что с этим делать. Ей было стыдно. Видишь, как все смеются. Че ты закрылась одеялом-то? Смотри, как все смеются, смотри быстрее. Все прям, смотри, как смеются, у всех прям истерика тоже. А потом еще добавил, ну типа взрывная. Это типа я не понял первый. Он, видишь, бомбическая шутка пишет тебе. Ор через заборных.